Всем привет! Добро пожаловать на футбол. Мы с вами в Москве. Это стадион «Арена Чертаново», где сегодня пройдет матч четвертого тура «Лион» второй лиги А в дивизионе «Серебро». Местный Чертаново сыграет с липецким «Металлургом». У хозяев поля проблемы глобальные. На старте нового сезона не играл никогда. Стартовый свисток. И поехали. Давайте более предметно поговорим о стартовых составах команд. Начнем с Чертанова. Двумя линиями здесь зацепились. Моментально диагонально. Масиян оставляет мяч в игре и на ближнюю штангу стреляет в правом фланге атаки. Затем последовала моментальная диагональная передача на Масияна в левый полуфланг Целовальникова. Масиян берет разбег и бьет. Прямо по центру, да, летит мяч. Давайте еще раз посмотрим. Вот Масиян, вот его удар по воротам, да. Здорово, вот Белковский забрасывает на Попова, ошибаются защитники Металлурга, Попов, гол, 1-0 Чертаново, Павел Попов. Еще раз посмотрим. Ну, передачу Тюменцева мы тоже отметим на Белковского. Белковский дальше вот так забрасывает. Казалось бы, но партнер не позволил это сделать. Так, хорошая атака Металлурга. Удар в ближний низом. Не самой аккуратной передачи в исполнении вратаря Максима Матюши. Но все закончилось вот таким ударом. Смотрите, как здесь удалось обыграть Дмитрий Кирилл. Уже перекусил 17-го номера Металлурга. А это Панков и его удар с правой ноги. Но вот нашел все-таки возможность. Успели его накрыть, но посмотрите, как между пробросил. Елеев оставил мяч в игре, и где он? Он в руках у Александра Родионова. Вот он, удар Болдырева, но это уже заключительная фаза. Здесь между Редьковичу прокинули, да, и Болдырев так не специально, но наступил на ногу Якименко. Двигается с левой, выполняет передачу, какая красотища! Ну, слушайте, это дубль Павла Попова. Еще раз посмотрим. Но вот это уже вот как один в один Якименко. Но если есть такая возможность у коллег показать чуть раньше эту атаку, то как Якименко зрел этот самый гол, но в итоге он случился в другие ворота. Якименко, окрыленный собственным успехом, бьет сам 3-0! На этот удар давайте еще раз посмотрим. Вот какой удар. И Матюша вроде бы вот правой рукой с такой гибридной плавающей ролью Егора Панкова играет Сергей Чикишев. Так, Металлург в атаке. И вот такой удар по воротам. Симпатично это было. И, ну, вышел заряжен. Пытается как-то замотивировать внимание сразу двух соперников на себе. 24-й номер, и Масиян замкнул на дальнем углу вратарской уже. Ну да, вот такой парадокс. Как бы там ни толкались высокие, полтора тайма Селюков. И вот такая передача внешней. Панкову на ход. Панков один в один против него соперник, ставив опорную правую ногу. И полетел. Давайте еще раз посмотрим. Вот сейчас обратите внимание на правую ногу. Видите? Оп, вот он ее поставил, чиркнул. И мяч изменил активнее остальных. Еще один дебютант Радченко работает на дальнем от нас с вами фланге. Но атака идет прямо по центру. Мирошниченко с правой ноги прямо в голкипера Максима Матюша. Кому побыстрее вернуть мяч в игру? Еще раз смотрим за... Здесь коллективно Чертаново оборонялось. Падает уже без сил Елеев. Ну и Владислав Целовальников дает финальный свисток. 3-0 с таким счетом Чертаново обыгрывает. В сегодняшнем матче Липецкий Металлург.